Это у нас сегодня прям дождик крупными каплями, гром гремит, земля трясется. Что-то заходит такое. И дождик крупными каплями начинает падать. Ну посмотрим, что из этого получится. Ничего себе, ледышка упала такая. Это походу град. И причем единичный случай пролетел. Прикольно. Нигде больше нету. Ну вот тут несколько градинок упало. И как-то ляп-ляп. Прикол какой-то. Единичные градины летают. Рука моя. Градины. Отдельными падают и все тут. Ну, видно, он не решился еще. То ли идти, то ли не идти. Там на небе сейчас еще разбираются. Быть дождю, не быть дождю. По идее, у нас град расстреливают. Как бы не должно быть у нас града. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Слышим нарастающий гул. Вот. И как каменюки летят градины. По идее крупные. Ёшкин кот. Ну вот этот град будет серьезный. Слышно, как по крышам приближается. Просто идет такой гул. Сейчас пойду на второй этаж. 12 у нас. Ух ты, вот эта градина летает. Прям слышно, как лупит. Обалдеть. Ну, я думаю, слышно. Град летит колоссальный. Ну, это град прям серьезный. Это уже не град, это уже галыши. Галька летит. Небо. Ё-моё. Район сейчас побьет все подряд. Офигеть! Вот это да! Чего тебя? Буду снимать через окно. Вот так вот бьет по крыше. Ну это что-то с чем-то. Да, это просто камнепад. Вот этот шум, его было слышно. Как он нарастал, приближался. Это конкретный град. Такого еще в Ставрополе я не помню. Те, кто занимается ремонтом вмятин без покраски, сейчас скажут, ну да, теперь работы всем хватит. Но это не тот легкий град, который бывал раньше. Это град серьезный, который побьет машины серьезно. Поэтому радоваться тут никому не надо. Работы будет много, и работа будет очень сложная. Потому что град очень крупный. Вот это да! Да, страховым компаниям тоже не сладко придется. Они, правда, тебя никогда не обижают,
Но тем не менее. Да, такого крупного града я никогда не видел в городе Ставрополе. Вот такие катаклизмы. Вот, открыл я окошко и залетел огрызок от градины. Вот уж сюда летело от окна. Офигеть, что тут творится. Ну и вот гараж залетал. Залетает град. Ну это вообще караул. Вот для сравнения, ну что для сравнения взять, чтобы всем было понятно. Тут лопата его загребает. Ну, для сравнения, померяем 18-20 миллиметров. В районе 20-25 миллиметров крупный град, ну и меньше. Стало 25-35. Вот, опустим, да? Он как сморщенный, как сладкий.
Вот град, можно сказать, прошел. Тут и дым, и все. Ну вот, я рукой загребаю. Такая вот хрень. Ну тут что-то с чем-то. Просто-напросто. Различные формы. Такие, как мелкие кусочки сплавленные. И крупнее. Я, собственно, наверное, зря вышел. Потому что такой градиной по голове даст, в лучшем случае будет шишка. А в худшем вот такой вот прошел дождик у нас. И теперь выглянуло солнышко, все в порядке, все хорошо. Ну, кому-то не очень. Вообще обалдеть. И опять тучки, и опять солнышко, и вот так вот, вот так. Сейчас пойду сверху поснимаю. Ну, короче, вы видите, град прошел конкретно большой, конкретно крупный. Что он набил? Ну, сегодня, завтра, послезавтра будут съемки, дефектовки. Конечно же, приедут люди, уже звонят, уже позвонили, как бы, поинтересовались, все к чему. Посмотрим, что тут он набил. И вообще, ремонтируется это или нет. Сейчас еще сверху сниму. Ну вот это, как говорится, вид сверху. Течет река. На крышах куча града. Ну, град прям конкретный. Прошел. Сейчас много автолюбителей его матерят. Почему? Потому что побило машин много. И побило конкретно. Ладно, заканчиваем репортаж. Почему-то вот удивительно. Я уже думал, у нас града никогда не будет. У нас же его расстреливают. Видно, проскочил. Или договорились с градобойщиками. Сказали, ну ладно, не печальтесь, один пропустим. Да, но град, конечно, очень крупный. Местами он, как вот видно, где-то и маленький, и средний, и крупный, но доходит где-то миллиметров до 40, а то может и до 45 диаметры самые крупные. Ну вон их видно, дофига. Ладно, заканчиваем репортаж. Хорош уже, все и так понятно. Град был конкретный. За 15 минут наделал дело. А, камера подзалипла, даже не хочет выключаться. Нормально. О, кино. Хочет и дальше снимать. Не могу остановить. Еще раз решил снять. Вот рука, вот он град. И тут все течет, все льет. Целый поток. Канализация не справляется. Все идет через верх. Вот такие вот штуки у нас летают. Вот эта стихия разбушевалась. Смотрите, какие острые куски на граде, да? Такой, как ляпнет, так мало не покажется. И вот они, как астероиды. Есть круглые, вот классические градины, да?
А есть вот такие вот интересные, внутри как ядро. В общем, град разнообразный. Вот это как на уроках физики, внутри атом с оболочкой. В общем, что хочешь, тут падал. А вот, пожалуйста. Сейчас взвесим ради интереса градинку. Сколько ж она весит-то? Весы есть? Где есть? Они не могут не есть. Ну, как мы видим, 28 грамм. Вот такая вот блямбочка прилетела. О, надо ж, она падает, он еще и не разбивается. Отбивается, крошатся кусочки. Вот такой вот градец у нас прошел. Ну, ладно, хорош, снимать, так всем все ясно. Вот такой сегодня репортаж получился.